Привет. Короче, сейчас уже второй раз в эфир захожу. Ушла, мелкая заплакала. А она доползла к собачьей клетке. И вот этой себе дверью в этой клетке, ну, ударила в бок. А вот Женька говорит, она, ну, не сильно ударилась, просто, говорит, она больше испугалась. А вот. Это я так, если что, после душа сейчас волос досыхает уже. Вот. Ну, слава богу, все это нормально успокоило. Так, здравствуйте, здравствуйте. Короче, в первом эфире, да, который я даже не успела сохранить, убежала к ребенку, рассказывала про крема, который мне подарила Нелли Ермолаева на день рождения. Такие Клоранс ночной и дневной. Сейчас я вам покажу и расскажу. В общем, Клоранс крема очень неплохие, насколько я знаю. Вот. Ночной крем предотвращает первые возрастные изменения обновляющим действием для нормальной комбинированной кожи. Вот. И дневной крем для предотвращения первых возрастных изменений с антиоксидантными действиями для любого типа кожи, мультиэктив. Форма крема специально разработана для борьбы с признаками усталости, защиты от загрязнения окружающей среды, дарит коже нежность, оптимальное увлажнение, применение наносить каждое утро на очищенную кожу лица, шею легкими надавливающими движениями от центра к внешним сторонам. Так, ночной крем, он в комплексе с дневным мультиэктив максимально эффектно восстанавливает тонус, эластичность, сияние кожи, значительно омолаживает ее структуру. Наносить, ну, так же. Вот. Время ночи. Ну, прекрасно, 23:40, я очень рада ночи. Так. Ночной крем у нас выглядит вот так. Но я уже сегодня им пользоваться не буду. Я сегодня свой закончила крем. Завтра на Клоранс перехожу. Очень надеюсь, что он мне подойдет. Хотя у меня, кстати, когда-то была то ли клиник, то ли Клоранс. Не буду врать. Вот дневной. Короче, вот ночной баночка и дневной. Мне не подошел. И я его, по-моему, то ли маме отдала. Не помню. Как-то сделала это, сделала. Коробочка такая красивая. Раз. Два. Прям видите как. Что это она? Клоранза, это что? Шикарный подарок. Тем более сейчас времена, сами знаете, не очень. Крема стоят хорошие, дорого. По карману не очень, потому что как только зайти в магазин, это все, это двадцатка, не меньше. Поэтому ой, очень классный этот пробник, уже половинка осталась, прям обалденная. Ой, сейчас покажу вот, если что, имейте в виду. У него коробка такая красивая. Правда, я не могу ее открыть, а вот могу. Тут видите, такая девочка. Родной фирмы у меня тоже эти духи, не пойму. Ну, короче, классные. Слушай, такая уставшая. Да я после душ, что уставшая. Вообще, если честно, мы сегодня нифига не выспались, я же говорю, потому что полетели за документами. У нас еще проблема была. Думаю, что мне жарко, а у меня тут раз, два, три, четыре свечи горит. Вот, а у меня еще проблема была, ну, не у меня, а у Женьки. Не мог настроить этот... Пропуск. Вообще смешно, да? В Москве живем вообще. Пропускная система. Чокнуться можно. Вот, и там типа по какой-то, ну, по этой системе нужно там что-то карту тройку, стрелку какую-то указать. Мы ничего не понимаем. Потом дошло, что эта карта тройка — это карта метро. И, короче, туда-сюда у нас этой карты нету, как, что, там, кажется, можно номер машины вбить, машина у нас на покраске, мы на такси, а такси только заходишь, ну, в машину садишься, сразу тебя спрашивают этот пропуск. Они там как-то сканируют через свое приложение. Если у тебя пропуска нет, они могут не ехать. Ну, хотя бывает и проводят. Вот. Не спит малышка? Нет. Привет, привет. Много кушаешь, потом хрюм будешь. Я не могу понять тебе, какое дело вообще. Почему тебя цепляет то, что я ем?
Себе надо в рот заглядывать. Вот, я возвращала билеты, вернули деньги, но не все. А, я просто видела там вопрос у кого-то был с билетами авиадела. Да, кто-то возвращает 30%, кто-то вообще не возвращает. У меня, допустим, девчонка моим вообще не, даже некоторым ничего и не вернули. Козлы. И билеты, причем, прогорели. Это была путевка у них в Италию, причем и в отель, и на рейсе. Все, у нас в Краснодаре тоже третью неделю пропуски, это ужасно. Так, давайте уважать девушек. Страшно слышать. Я год не могла скинуть рейс. А, с уже таким средством стираю детское белье. Биомио, вот с овечкой, вот этим я стираю. Ты в трусах стоишь. Без. Так, хорошо выглядишь, поправилась, спасибо. Классно выглядишь, покажи свечи. А вот, ребят, в Заре брали разные такие. Этот запах классный. Этот запах классный. Тут серые, белые, такие слоновые кости. Такие коричневые цвета. Какой фирмы у вас воздухоочиститель? Борг. Мне прям очень нравится. Очень мощно работает. Столько пыли собирали, я вам передать просто не могу. Очень много. И каждый раз, вот мы раз в полторы-две недели моем эти фильтры. Ну, Женька моет. Это просто, я не знаю, откуда столько пыли берется. Причем в ванной тоже постоянно. Мне раз в неделю приходится вот это все вытирать. Если раз в неделю не вытерла, просто вот такие свои пыли, вот такие. Причем черные пыли. Вот. Какая она толстая, на карантине с ума сошла, согласна. Вот. Я сама тебя обожаю, прекрасно. Это, блин, все закончится, что дальше будет? Не знаю, я очень надеюсь, что вот скоро эта вся шляпа закончится с этим вирусом, мы будем нормально жить. Я же говорю, просто заряжайте себя на то, что это скоро все закончится. Не поддавайтесь панике. Ой, да это еще на 2-3 месяца. Ой, да это еще на полгода. Паш, привет. Знаешь, поздно всегда ложусь спать, поэтому это не сплю. Вчера вообще в 8 утра легла спать. Вру, в 7. Вот. Поэтому... А заменить эти подушки, которые внутри, можно воздухоочистителя? Ну, там не подушки, там фильтры. Там несколько фильтров идет. Один какой-то такой, который мы моем, второй какой-то там на углях фильтр. И этот фильтр, его нужно менять периодически, по-моему, если не ошибаюсь, раз в полгода. Вот. Саша, вы пишете в техподдержку по поводу такси? Не-а. Вот. Гуляешь, доченька? Не. Сегодня просто пришлось реально нам в это вонючее такси сесть. С ребенком поехали. Дуну взяли. Вот. Саша, ты нашла магазин доставки еды в Луганске для бабушки? Да, какой-то магазин «Матрешка». Вот. Качество продуктов не могу знать, поэтому не могу вам рекомендовать этот магазин. Но то, что они доставили все, это факт. То, что они доставили прям бабушке домой в квартиру, это тоже факт. Вот, минус то, что я не смогла расплатиться картой Сбер. Это хорошо, что у меня у девчонки была карта Сбер, я ей перевела туда деньги. Вот. Спасибо за информацию, очень приятно. Спасибо большое, всегда рада помочь. Так что, если что, имейте в виду, можно там родителям, особенно там пожилым, доставить продукты на дом. Вот, потому что, тем более, в такое время сложно, не хочу, чтобы моя бабушка где-то ходила, гуляла. С мамой тоже не видишь? Да нет, мама почти месяц уже не видела. А, видела козер Валера Блюм, предложение делал, к быте не ездит. Слушайте, ну, мужик, уж надо жизнь личную тоже налаживать. Если он к ребенку не ездит, что ж он не может предложение теперь делать? Просто вопрос, ну, мне там не интересует, платит он алименты, не платит, это их личная жизнь, там, видится он с ребенком, не видится, мы не вправе осуждать тоже за это, кто мы такие, вот. Ну, это его личное дело, ради бога, сделал предложение, ну, молодец. Вот, а учить, кто мы такие, чтобы учить чужого мужика, который, ну, не знаю, мне кажется, он всем там, по-моему, предложение делает, потому что у него с этой, как ее девчонку звали-то. Ой. На ком он женат-то был? Какой? Татом. Вот. Как бы тоже, ну, семью содержать не смог. Здесь тоже, наверное, такая же ситуация будет. Потом изменил еще.
говорят, даже, ну, я не знаю, говорят, правда это или нет, где-то в новостях увидела. Вот. Ну, что это такое? Опять же, может, это вообще неправда. Было бы хорошо. Так. Саша, вы получаете путинские пособия? Нет, я ничего не прочитала. Вот сейчас прочитала сообщение, я ничего не получаю, ни копейки не получила. Вот хочу заняться этим вопросом. Вот, потому что я не работаю, муж не работает, у нас ребенок маленький, как нам жить, как там выживать, я не знаю. Мама Ксения Борисовна, маму к себе привезла. Прекрасно. Это очень хорошо. Я бы тоже маму сейчас привезла к себе. Но пока это решили на расстоянии побыть. Вот. Хотя тоже очень хочется маму увидеться, обняться, поцеловать маму. Тем более нам столько еды вкусной привезли. Естественно, хочется, чтобы мама с нами это все покушала. Полезное, натуральное. Если кому интересно, в сторис посмотрите. Вот эту доставку еды, это вот... Клянусь, это вот то, о чем я мечтала, то, что я вот искала, чтобы давать своему ребенку, особенно вот там кролика, да, подрастет она потом, козье молоко у них можно брать, нормальные сыры, масло и все остальное. Женя сказала, что я 17 получила. Да, это я получила детские и за первого ребенка или за что-то, я не знаю, это вот, за вот это я получила, да, только вот спустя полгода. Вы официально оба не работаете? Женька была официально, сейчас она неофициально. Вот, я неофициально. Александра, вы готовите или только заказываете? Ну, смотрите, я же не могу, Женя вечно колбасу есть, да? Я полно мяса, рыбы заказала, я же не буду-то сырое есть, как вы думаете? Вот. Вообще, я стараюсь свое питание есть. Но сегодня мы поели колбаски натуральные. Завтра точно приедем на вкуснее. Смотри, а то все это поедим, Санта Крус. Вам ничего не достанется. Вот. Какое пюре даешь дочке? Ну вот смотрите, даю пока что гербер. У меня есть свой список. Я изучила Инстаграм, инстамам всяких, я изучила и интернет, я изучила составы пюре. И я поняла, что одного, допустим, бренда я не могу что-то одно там все точнее давать. Вот. Поэтому приходится так, что там этой фирмы. Там пюре даю, там яблочное, этой фирмы я даю, там мяско кролика, там такой-то фирмы, это то. То есть разные фирмы. Вот. То есть одной фирмой не собираюсь кормить все. Саня, подскажите, в такое время непонятно. Нет проблем с оформлением покупкой. Проблемы. Ничего не поняла вас. Завтра на работу, спокойной ночи тебе, Кузьма. И вам спокойной ночи, спасибо большое. Хорошей работы вам завтра. Вот. Почему решила изменить цвет волос? Сменить не захотелось, почему бы и нет. Вот. Да что ж такое? Сейчас хочу вопросы пролистнуть. Есть что-то? Ты много получила декрет, если не секрет. Ты ложишься утром. Кто с утра с ребенком? Или ты спишь мало? Я сплю мало очень. Ну вот, допустим, там, ну, 4-5 часов могу поспать. Днем я вообще не ложусь. Простите, покупка квартиры. А что вам сказать? Сейчас не проблема купить жилье. Просто проблема с банком поехать туда. Вот это проблема. А так все онлайн вам устанавливают там все. Бронируете квартиру. И все такое. Поэтому не проблема. Да что ж такое-то? Волос не попало. Матрешка, подобие абсолюта, в принципе. Не знаю, честно. Я помню, что абсолют более-менее такой нормальный. Когда мы жили в Луганске, был супермаркет. Сейчас, секунду. Ой. Та-дам! Вот, поэтому... Я очень надеюсь, что бабушки хорошие продукты привезли. Правда, очень искренне на это надеюсь. Мокро. О, все. О, привет, как ты, Сашуль? Хорошо, сейчас волосы буду расчесывать. После душа вообще великолепно. Волосы свои, не нарощенные. В 5 месяцев чем кормить? Вы кашки даете? А я не знаю, смотря на каком вы питании. Вот, если вы на грудном, то вы можете там 6-7 водить прикорм. Если вы на искусственном, ну, в 5, в начале 6, 6 где-то, ну, в 5 где-то уже можно водить прикорм.
Вот. Некоторые вообще рекомендуют его прикормить начинать в 9 месяцев. Для меня это вообще как минимум странно. Господи, почему уже не постоянно ребенок плачет? Ребят, все, попозже приду.